Встречайте, я так рада, что попала гордыня в распродажу. Невероятная удача. Сегодня мы его предлагаем вам по столь низкой цене, по которой это просто невозможно представить. Между прочим, Оля, это мой выбор на сегодня. Посмотрите на нашу Светлану. Знаете, это о многом говорит, когда эксперт рубрики «Мода» выбирает для себя определенный образ. Итак, посмотрите, как на свете красиво смотрится гордыня. Обратите внимание, что сегодня жакет гордыня я сочетаю с брючным ансамблем. Стильный жакет, и мы предлагаем вам сразу три цвета. В день распродажи, дорогие наши модницы. Олечка, возьми, чтобы не сливался джемпер. Посмотрите, дорогие друзья, жакет гордыня. Гордыня для стильной, элегантной модницы. Я уверяю вас, что в этом жакете вы не останетесь незамеченной. Еще один плюс, Оля. Эта деталь в утепленное время, например, весна-лето и начало осени, может послужить, это верхняя деталь женского гардероба. Обратите на это внимание. Итак, вы можете выбрать любую расцветку. Итак, первый цвет, который выбирает для себя Светлана. Это цвет хаки. Обратите внимание, что я выбрала на контрасте лавандовый цвет нежный сиреневый блузона. И он сочетается с цветами. Ой, ох, как здорово смотрится. Следующий цвет сливочный. Он более светлый, для более нежных, наверное, натур больше подойдет. Ну и в руках ты держишь яркий фиолетовый цвет. Сделайте заказ. Меньше 2000 рублей. Просто подумайте. Даже маечку сейчас в магазине, футболку, блузку с коротким рукавом не найдете за эти деньги. А у нас жакет гордыня с уникальным эффектным цветочным принтом. Кстати, Оля, об уникальности принта давайте прямо сейчас посмотрим на эти сочные краски. Я хочу с гордостью заявить, что трикотажные вещи заслужили признание и любовь не случайно. Вы любите носить жакеты, вы любите носить пиджаки, но в вашем гардеробе, возможно, много костюмной ткани. Тогда пришло время обратить и оценить качество трикотажного полотна. Давайте посмотрим сейчас на подиум и готовые образы, которые мы для вас сегодня подобрали. Жакет идеально сочетается с юбкой Ариадна, это юбка миди, и брюки Мадонна, которые выбирает сегодня Марина. Слушай, Свет, я вот смотрю на наших девочек и понимаю, что в таком прекрасном жакете можно отправиться даже на торжество. Конечно, дорогие друзья. Я рекомендую обратить внимание, что жакет гордыня является завершающим ярким пятном в вашем гардеробе. Даже если сейчас прохладно, вы можете накинуть его на однотонное платье. И, кстати, цветы на нашей гордыне идеально могут подойти к вашему платью. Оно может быть черным, голубым. То есть смотрите и выбирайте под яркий букет на вашем принте. Итак, выберите свой яркий букет, который не завянет никогда. Это жакет гордыня. Кстати, наша модель Марина, что сейчас на экране, выбирает великолепный баклажановый цвет и сочетает с карамелью. Это водолазка карамель, именно цвет баклажан. А брюки Мадонна классического черного цвета. Понравился образ? Заказывайте его целиком. Ну что ж, наша Настя выбирает юбку Ариадна и сливочный оттенок. Посмотрите, Настя надела жакет гордыня без водолазки и без блузона, и вы можете это сделать. В таком случае наш жакет выглядит как стильный блузон. И еще один огромный плюс. Говоря о трикотажном полотне, давайте вспомним, чтобы это полотно красиво сидело на вас и не висело, мы предлагаем вам модельеры и скульпторы женской фигуры. Это подплечники. И они здесь есть. Посмотри, Оля, какие становятся четкими наши плечи. Вот как здорово. Ты знаешь, Света, вот я сейчас в иностранного производства в вещах не нахожу подплечики. Они что, экономят? Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что только российские производители читают мысли наших модниц. И поэтому все мечты наших красавиц воплощены. Обратите внимание, что у меня, кстати, плечи широкие. Но благодаря тому, что здесь есть подплечники, мои плечики становятся более структурированными, и моя фигура кажется более изящной. Я ношу 50-й размер и выбираю сегодня 50-й размер. Если вы любите свободу, выбирайте размер в размер. Ведь в этом жакете вы будете чувствовать себя очень стильной. Вы стильная модница, подчеркните только свою, только вы подчеркнете свою оригинальность. Так, я тоже примерила. Единственное, что меня расстраивает, что от 50-го начинается размерный ряд. А посмотрите, как классно смотрится. Согласны? Выбирайте для себя, выбирайте и носите с удовольствием. Приятная к телу ткань, яркий принт, и все это меньше, чем за 2000 рублей.